Ну что ж, привет. А перед началом ролика хочу тебе рассказать про свой телеграм-канал, в котором проходят розыгрыши. Обязательно подпишись, поучаствуй. Ну что ж, поехали смотреть. Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Как всегда на канале Лупуп. Сегодня мы с вами заходим на сайтик GG Drop. Пополнение у нас с вами, как обычно, 5000 рублей. Обязательно. И если ты будешь пополнять данный сайт, вводи мой промокод. Сегодня он будет у нас 11LUPUP. То есть даст он тебе 11% к пополнению. Я считаю, это неплохо вообще. 11% плюс еще бесплатный барабан. Окей. Не знаю, вот хотелось бы сегодня попробовать фарм ножа потыкать. Вот раз 40, давай. О, ебать, это будет долго. Окей, ничего. Ничего страшного, давай выйдем. А зимовый нет, это нет. О, новый кейс. О, ебать. Это столько их осталось? Давай потраим. Попробуем. Поехали 5 раз. Так, 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 775, а мы отдали с тобой еще, ой, блять, ладно, поехали еще один. 6 раз мы уже, получается, его открыли. Взгляд в прошлое, сколько ты стоишь? Стой, по 199? Ух, ебать. Так, ну ладно, давай еще пятерочку. Еще косарь отлетает, просто нахуй в небытие. Окей, окей. Блять, вообще не окупает. Камон. Давай что-нибудь другое. Давай вот этот подороже. Вообще я цель ставил сегодня до хотя бы до закаленного в боях дойти. Кейсика. Но я так понимаю, что... Опа. А, понятно. 1250, а мы потратили 1500, грубо говоря. Окей, давай вот этот. 300, 300. 209, 300 и... 380. В ноль чисто отдал. Окей, давай еще. 303, 138, 800, 538, 1700, окей. Начинает в плюс, походу, давать. Окей, 218, это ми... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Ладно, 800, выйдем. Окей. Сейчас обязательно откроем все эти кейсы. Давайте крейт. Сколько можем? 5 можем? Ну, можем, давай, поехали, 5. Новые кейсы все-таки надо затравить. Минус. Минус. О, снежный вихрь, это хорошо. 2. 2 хорошо, но плюс небольшой. Давай еще, значит. Мортис минус. Это минус. Это минус. Снежный вихрь плюс. И, ну, бля, такое. А, больше не могу 5. Окей, давай 4. Ладно, поехали. О, аквамаринка. 2. Ой-ой-ой. Как хорошо, ты погляди. Поставил, камбэкнул, так скажем, просто на место меня. Сегодня будет... Я надеюсь, что мы сегодня откроем закаленный в боях, и все, что оттуда выпадет, обязательно заберем. А что тут может? Бля, ну если бы бесплатные фриспины отсюда выпали, было бы вообще, гаддэм, я тебе говорю. Ладно. Давайте крейт, продолжаем. Пока отдал 5000, уже как бы интереснее гораздо стало. 500, это косарь, надеюсь, да, косарь, и это косарь, и вообще песня 3200, но это не окуп, конечно, но хорошо падало, реально. Ой, ну, последние два подъебали немножко. 3800, хорошо, еще. Ой, как хорошо, ну, кортикс говно, конечно. 1400, что обезьянье дело, ладно. Ладно, шлепает, дропает, пока хорошо. Окей, окей, ой-ой-ой. 3700, ну ты посмотри, как фармит, ну это просто грех не открывать. Еще 200 рублей отдал, а, еще давай. Нет, это минус 200, еще. Ой, еще 400 рублей, ну ты погляди. Ой. Аквамаринка за 2 рубля. Ебать, да ты что? Как ты ставишь сегодня? Я прям не могу. 4200. Ай, как хорошо. Давай еще. Ой, 2300. Так, погоди. 3200, ладно. И последние. 3300, ладно, еще один. 400. Так, это хорошо. И окей, это нормально. Ну, и 2700 это плохо.
Ну все, ладно. Заигрался немножко. Как поднять нам с тобой балансик? А, еще 25 тысяч осталось всего. Окей, ну значит идем на какой-нибудь кейс подороже. Какой мы можем... Давай консоль вар. На 2700 просто. Банк, минус, еще. Банк, минус, бля, говно. 2900, 200 рублей я купил. Да ты что? На, косарь съел. Вот уродец. 3200, окей. Еще. 3800, отдает. Видно, отдает. Все, что съел. 3к. 2600, окей. 1900, так не годится, нихуя не годится. 2800. Просто сейчас формаем баланс и идем на закаленочку. Давай контракт сделаем. Вообще, на самом деле, я в контракты здесь верю, на этом сайте. Так, 2500 просто залетает. На вписон как бы. На, пилот, есть. Контракт тоже нас окупил. Выходим. Где? Вот, все, сейчас быстро пробегаемся. Ржавый кейс. Продаем. Все, сейчас продадим отсюда. И просто открываем закаленку. Я надеюсь, что она окупает. И выходим с сайта. Просто выходим. 5000 пополнения. Я надеюсь, что 1012 он мне поставит. И я буду в плюсе по маркету. Окей. Серебряный. Уже как бы серебряный кейс. Поехали. Страж. Сколько ты денежек? 259. Хорошо. Окей. Давай золотой. Золотой можно даже уже выключить. Вот эту прокруточку быструю. Ну, механа пушка. Сколько ты денег стоишь? Тысячу стоишь? Бля, не стоишь. 600 рублей всего. Окей. Платиновый. Что-нибудь хорошее. Ну, багровое цветение. Ну, надо было, ебаное все. 1000 рублей хроматическая операция. Все, 10 тысяч есть? Ладно. Откроем. Элитный. Отсюда падают перчаточки Пандоры, бокс, да? Ящик Пандоры. И все у нас хорошо как бы с тобой. Ну или эмочка Азимов, например, да? На, за 5000 адское пламя. Окей. Сколько стоит поношенный? Сколько ты стоишь? Где ты есть? Так. Ух, ебать ты стоишь. Да ты что? Давай, ладно, закаленный боях. Просто 10 тысяч, поехали. Ох. Блять, ну если бы выпали, это было бы вообще разрывная нахуй. Бля, золотая спираль. Сколько ты можешь стоить реально? 5700, понятно. Да, 2 открываем, 2 открытия. Дорогого стоит, я редко вижу, что такие. И бывают открытия, новая функция. Фуксия. 3000, понял. Нет слов, одни эмоции просто как бы, да? Может, окупишь, там, вернешь баланс. Ну, что это? Недостаточно средств. Все, наигрался нахуй, Сёма. Фу. Ну, я нашлепал. Еще давай. 3500. Окей, еще давай. 3600. Как хорошо отдает, ты погляди. Хороший кейс, блядь. Почаще бы его открывать. На, 4 рубля. Хорошо. На 3400. Ой. Это говно, конечно, подъебало. Давай еще. 4500. А давай в контракт. Давай просто на Верочку зарядим в контракт. 4500. Нужно 10к. И еще одно закаленное открываем. Понял. Сейчас понял. Нет, ну. Пиздец вообще. 400, бля, не хочу 5000 сегодня сливать вообще, как бы. На тоненького сейчас держусь. Недостаточно средств. 2700, поехали. Окей. 2000, все. Наигрались мы, походу, сегодня с вами. 2000. Ну, камон, поставь что-нибудь годное. Блядь. Плакать хочется, на самом деле. Немножко. 2000, окей, поставил. Еще. Понял. 500 рублей съел, еще. Окей.
Еще давай. Все, понял. А, у нас... Я совсем забыл. Я вообще про это забыл. Да ты что, сокровища же есть обменять. 5000, давай. Что-нибудь хорошее. Годное прям. 1000 рублей. Как это больно просто. 2000, поехали. 1700. 2000, поехали. 1100. Ладно, 700. На параллакс за 170 рублей. 700. На кардио, просто не копное. Конечно. Нет, а что? Вот так наебали на деньги меня сегодня. О, погоди. Погоди, мы же не наебали. Так, подожди. О, в ноль вообще. Давай, слей меня. Ну что ты? Ну, поставь что-нибудь хорошее, прям вот годное. Не видно ничего. 303 рубля, понял. Окей, давай вот так запилим, 303 рубля. Хоть 1200 поставь, не знаю. Кричал мне? Нет. Ой, бля, все. Тильт просто сегодня какой-то бешеный. Давай на косарик. 10% шанс. Блядь, камон, серьезно? Окей, давай еще очень побольше. Давай на 2, например. Неоновый гонщик. Окей. Ладно. Ладно. Апгрейды нас вывозят куда-то. 2700, поехали. Бля, погоди. Апгрейды что-то чувствуют. Что-то есть в них. Такое байтовое. Я бы даже, наверное, атомный сплав бы поставил. Да ладно, бля, как ты хорошо даешь в апгрейдах. Что ж я сразу-то не зашел? До десятки здесь апать. Да ладно, 3700 продадим. Продать 3700, окей. Какой кейс нас окупал? Тикрейд, не хочу вам, блядь, дорогой пиздец. Ну ладно, хуй с тобой, давай. 4. Ну, окуп типа небольшой, окей, еще. Окей, в контракт, 3200. 3200 в контракт, поехали. Бля, пожалуйста, дай что-нибудь годное. На десяточку надо, 3200. 7200. Угу. Ладно, продадим. Продадим. X2 отдал, хорошо. Давай просто 10 кейсов ебанем. И в контракты зарядим. Вот так. И вот так. На, 5000. Да ты что, ебанулся что ли, а? А, давай, ладно. Самые дешманские. Вот такие по 300 рублей. Все, кончились по 300. Давай 400, 500. 500, потом 700. Давай зарядим тоже. Как бы вот такой еще давай зарядим. 3800. Первый, поехали. Девять тысяч музей элит, все. Это открытие, еще одно открытие. Продать все. Да, конечно, хочу. 14 тысяч на балансе. Это еще одно открытие закаленного в боях. Где он есть? Закаленный в боях. Фаст убираем, поехали. Пожалуйста. Что-нибудь хорошее, просто. Какой поток информации? Ну ты чё? А, 10 тысяч? Бля. Давай. Ладно, давай. Заберем поток информации. Сегодня вывод поток информации. Хорошо. Я думал, он просто закаленный, как на КБ. 1000 за 4, не больше. Где? Луна, кислуна. Просто вот так вот. Не будем затягивать ролик. Вот так кислуну открываем. Океанская пена. Минус. Сянлю. Минус. Динамика минус. И та хуйня тоже минус. 2000, понял. Давай еще. Кортисейра хорошо. И красная линия хорошо. И давай вам что-нибудь заберем. Окей, сокровища. Фастом вот так вот. 400 рублей. Бац. Понятно, нихуя тут не забираем. Так. Генератор заберем. И вот тут еще два кейсика откроем. 49, понял. Тяжелый металл, окей. Еще раз.
Ермиденко, понял, окей. Забираем сегодня... А, он стат... Бля, он статрек. Ну что ж, спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно подписывайся, ставь лайки. А так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.